Так, и вновь здравствуйте. Чене де аргент брие. Брие. Кто у нас король сыров? Бри или не бри? Неважно. Значит, продаю по 300 рублей. 200 грамм. Соответственно. Полутвердый или как он называется? Полумягкий, полутвердый. В общем, открываем. Все описания... Все, так сказать, характеристики, все это можно прочитать. Соответственно, как он выглядит в открытом виде, можно посмотреть мое видео. Чтобы понять на вкус, нужно купить. Чтобы, ну, соответственно, надо пробовать. То есть я лишь вам просто, так сказать, чуть-чуть открываю суть. Вот такая упаковочка. Значит, раскрываем. Вот он, соответственно, как и все подобного вида сыры. Они деликатесные. Они под вино, там подо что-то. Они едятся без хлеба. Соответственно, это вот, видимо, такая бумажка, которую едят тоже. Значит, что мы делаем? Отрезаем. Отрезаем. Сейчас, наверное, ассистент, потому что у меня третьей руки нет, двумя руками отрежет сыр. Так, отрезаем еще. Отрезаем еще. Режь вот здесь. Вот прям пополам режь. Ничего. Все, спасибо большое. Значит, вот мы смотрим срез. Ну, вот так. То есть, вот это, так сказать, вокруг эта корочка. И внутри вот это вот, соответственно, сам плавленый. А сверху твердый. Вот мы сейчас чуть помнем. Вот 300 рублей помяли. Так, пробуем. Ну, в любом случае, пробую я. Так сказать, да, здорово. Солененький сырочек. Очень-очень. Мне вот это, мне нравится. Все, бри. Вот, так что я советую. Действительно советую. Не забывайте, что он все-таки с плесенью, этот сыр. Я вам так скажу. То есть это довольно-таки на любителя. Мне понравилось. То есть я буду теперь любителем этого сыра. Все, всем спасибо, до свидания.